Слово «пленер» у перекладі з французької мови означає «відкрите повітря», а у живопису це термін, який позначає передачу в картині всього багатства змін кольору, зумовлених дією сонячного світла і атмосфери. Пленерний живопис складався в результаті роботи художників на вільному повітрі. Для митця важливо працювати на пленері, переносячи диву гру світла на полотно. Живописне опанування світла є основою розвитку творчості художника. У селі Водяники, названий Горощині, було організовано пленер за сприяння Олександра Черевка, ректора Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. У ньому брали участь народний художник України Іван Бондар, київська художниця Ніна Бондаренко, черкаські митці Анатолій Куксов і Віктор Снісаренко. Багато того, що є, буде перенесено на полотно і, надіюсь, на віки. Протягом кількох днів створено чимало робіт. На полотні оживали краєвиди села Водяники. Кожен художник має свій почерк, тож і картини вирізняються поміж собою. А головне, у творчість митцями вкладено душу. І ці картини, наповнені теплом, світлом і любов'ю до Шевченкового краю, до України. На полотнах Анатолія Куксова віртуозно відтворено гру світла і сонячних кольорів. Сюжети вибираються спонтанно, так виходиш. Тобто, щоб написати добру роботу, гарно, і щоб вона була закінчена, треба декілька днів ходити на один і той же мотив. А тут оцей днів 2-3 виходив, але там по часу працював всього. А ці за один раз. Ну це етюдного характеру роботи. Що тут говорити? Ще сюди будете приїжджати і взимку, і восени? Ну сюди, звичайно б хотілося, але ж як воно получиться? Чи це ж по запрошенню сюди ми приїхали. Сюди далеко їхати, у Черкас. Там, якщо ми ходимо, то навіть люди там близько, то в Мошни поїдемо, то в Межиріч, а тут сюди далековато, і вибиратися треба вже заздалегідь, знаючи, що тут є де переночувати, є де остановитися і потім працювати. Віктор Снісаренко – теж активний учасник багатьох пленерів. Йому сюжети підказуються неповторні краєвиди, попереду ще велика праця над картинами у майстерні. А робота на пленері додає і майстерності, і філософської думки. Це для художника велика школа пізнання. Випала нагода і честь мені попасти на такий пленер, який був організований на Черкащині. Дуже важко було зібратись і поїхати, але щаслива нагода відбулася. Попавши сюди, я був дуже здивований, тому що я був вперше в цих місцях. Водяники – це Звенігородщина, і мене поразила ця природа, ці місця, ця древня така, будемо говорити, середовище, в якому живуть люди, які зберегли те, що, мабуть, віками накопичувалось в нашій країні. І завдяки хорошій погоді ми змогли кілька днів присвятити творчості і написати кілька робіт, етюдів, які принесли нам велике задоволення і працювали дружно. Водяники були написані різними художниками, і в тому числі мною, різні теми, різні сюжети. Але це не змінило загальну тему нашого бачення. Це Україна з її полями, річками, ставками, дивами, урочищами і людьми, які тут все це зберігають. До речі, побачили те, що ніде ми не змогли побачити ні в якому куточку держави. Це такі, будемо говорити, природні, збережені чудом реліктові урочища, які оточують це святе місце. Ну, при тому, що ця природа і побут були реставровані з незапам'ятних часів, коли це все почало зникати. І
Я думаю, що те, що ми зробили, залишиться для майбутнього. Приємно, що не тільки наші талановиті черкащани, а й прекрасна художниця із Києва Ніна Бондаренко брала участь у пленері. Вона захоплено писала картини, і це для неї було справжнім щастям. Вперше вона у Водяниках і зізналася, що полюбила ці місця, що це рай на землі. Скільки духовності закладено Богом, скільки відкриттів для себе зроблено, її роботи не можуть не зачарувати. Бо в них світло чистої душі, вони випромінюють радість, якою ділиться щедро художниця. Ніна Бондаренко – учасниця багатьох виставок в Україні і за кордоном. А це, мов, подарунок долі пленер на Звенигородщині і відкрита душа творенню. Здавалося б, і вдень, і вночі не відпускала б художниця свого пензля. Мене настільки поразили ці міста, такой красоты, кучерявый такой край, вот эти кучери, вот эти вот леса кучерявые. Мне все хотелось, ну, может, я еще не смогла первый этюд вот тот. Я сделала такой кудрявый, ну, надеюсь, может быть, не последний раз я сюда приехала. Вот. И это вот такое, ну, это, во-первых, это замечательное время, когда это жито золотое, эти поля золотые, красота, амальвы. И вот это место, куда вот, где я писала, вот это, как раз с Вознесенской церкви, вот, мне кажется, это настолько такое, ну, место какое-то необыкновенное, энергетически какое-то такое, понимаете? Я просто не могла оттуда отойти, от этого места. Твори Ніни Бондаренко експонуються у Державному музеї українського народного декоративного мистецтва, Чигиринському історико-культурному заповіднику, музеях Вінниці, Стаханова, Борисполя, Фастова, Чернігова, Ніжина, Севастополя, Яготина у приватних колекціях США, Канади, Швейцарії. Я даже не ожидала, что я попаду и увижу вот эти святые камни, вот, древнюю религию славян, чему люди поклонялись, это когда-то было, вот, понимаете, камень вот этот, вот Велесов камень, вот этот. Это как бы, я не знаю, Матерь Божия. Ну, я вчера писала, и потом повалил дождь. Но когда солнце выходит, солнце, и освещается вот этот камень, знаете, как будто с неба идут кресты, с неба, и они все, ну, здесь просто нет это самое, и они наслаивались один на другой. Их миллион штук там, этих крестов, но только при солнце, когда оно очень освещенное, вы можете их увидеть, понимаете? Поэтому у нашего народа заложено вот это вот и крещение, и все. Ты хоть имеешь на шее крест, не имеешь, но ты все равно крест у тебя в душе. Вот этот крест у каждого Господь, каждому Господь поставил этот крест. И я просто, когда вот это вот подошла и потрогала, увидела, вот, ну просто то, что сегодня я сделала, здесь нет этой работы уже. Вот. И спасибо, вот, Александр Владимирович привез большой холст, и я смогла передать вот эту радость этих камней. Просто это дождь был такой, ливень, понимаете, и там темно было. Просто в каждое время они по-другому смотрятся, по-разному. То есть это нужно ловить момент вот какой-то. Но то, что у меня в душе создалось, вот это впечатление от этого, что я это увидела, вот этой радости, вот этого всего, потому что, знаете, это я говорила, когда-то я была 94-м году на Тихом океане. Ну и там, значит, мой сын нашел камни. Вот. Ну, такой остров небольшой был. И он мне говорит: мама, мама, я нашел камни. Ну, я так думаю, какие там камни? И он приносит, они были вот такого размера, эти камни, и иголкой там выжжено. И только тогда, когда к тебе придут знания, ты сможешь поднять свои крылья. А на другом было написано: искусство – это не хобби, а это смысл жизни. Понимаете? И поэтому, когда я вот это все увидела, вот эти камни, понимаете, и вот это поклонение, ну, народа всегда было камням, понимаете, вот мы едем вот в Крым, допустим, я очень люблю Крым, Адалары, ну, раньше, когда это наша Украина, я всегда ездила к этим скалам,
и мне нравилось наблюдать, как они меняются, и вот это проявляются, эти лики. Ну вот живой Господь Бог, и все вот это вот в камне, понимаете, на камне веры утверди меня, душу мою. То есть все, вся религия на камне веры, потому что только вот камень – это и есть вот эта наша вера. Чи не у всеосяжній любові секрет її творчості? Ці картини лікують душі, згадує художниця, як кандидат медичних наук Микола Калашников запропонував лікувати хворих її творами. Я даже не знаю, за что мне такой подарок Господь послал, что я приехала в этот край. Ну вот, я не то, что я открыла для себя, то есть я не ездила так, ну, Седнев когда-то, ой, ну это было очень давно, я даже не помню, уже в 87-м году, ну что, как бы в село, деревня, там наш дом творчества, вот. И теперь для меня, вот это я увидела, то есть это я сделала работу такую на выставку Шевченко, «Поміж людей», и этот, на самоті «Поміж людей», що мити чую рідну землю, то теперь я понимаю, что это я подписала натюрморт кримський, ну это просто это глупость. Вот это, когда я увидела, то я поняла, что где бы ты бы ни был, ты никогда не забудешь, ты будешь думать об этой минуте, что вот есть вот этот рай на белом свете, понимаете, и я не знаю даже что, потому что это рай, и я всегда буду это помнить, и если будет возможность, и меня примут, может быть, еще, то я с удовольствием бы приехала бы и дальше бы продолжила, потому что здесь бесконечно, здесь история нашей Украины. И теперь я поняла, то есть я так полюбила нашу Украину, что я не могу вам передать. Кроме нашей Украины ничего нет. Вот. За единую Украину, за вот это вот... Как говорят, Украина понад усе, потому что кроме Украины ничего нет на белом свете, такого прекрасного, такого красивого, такого нигде, где вот я не была. Я вот в творчестве ездила, в последнее время была 4 раза в Тунисе, в творческой группе, приезжают художники со всех стран мира. Вот, но я тоже там, вот меня повезли там в Карфаген, я восторгалась, но это все не то, это... Такого нет на белом свете. Тут все, понимаете, эти яблоки, вот эта вот пышность, вот это все, это вода, Господь Бог. Ну все, все, вот, понимаете. Так что спасибо вам всем, вот, за... Всем спасибо за приглашение. И да, и кто меня пригласил, всем здоровья, в радости, долголетия. И всему краю, всем людям, пусть всем долгие-долгие лета. То велике щастя дарувати красу и чимала відповідальність. І ці полотна, написані на батьківщині Тараса Шевченка, мають цілющу силу. Вони і справді лікують своєю любов'ю.